Возвещают чудо, чудо возвещают. Христианская кантата.
Одна из самых популярных светских кантат Баха. В ней воспевается радость и веселье. Финал кантаты – это пожелание процветания дому, в котором всегда рады гостям. Oh,
Oh, my God.
О, мой Орю! Русская былина. По морю идут 30 кораблей. Впереди всех самый лучший. Он веслами бьет по звериному и держит всех за собой по орлиному. Что на пристани корабельной молодой матрос корабли стоит.
Thank you.
Бахская песня, автором которой считается поэт Фома Пандура, долгое время живший на Украине, но потом покинувший ее. В песне поется о казаке, оказавшемся на чужбине и тоскующем по родине нелюбимой девушке, оставшейся там. Пришла бы я к вам, если бы смела.
Если бы мне дали, что я хотела, того парня с белым личиком, вот что бы я хотела. Thank you.
вы цыгане, сидели на поляне, ай, вы цыгане, сидели на поляне, три садика зелена, оп! Цыганочка весела, дождала, думала, думала, подумала, дождала, думала, ай, вы цыгане, самый негодай, ай, вы цыгане, самый негодай, три садика зелена, оп! Цыганочка весела, дождала. Поедем весело кататься.
Опа! Михаил!